Вот, ребята, купил я эту антикварную вазу. Не знаю, вам видно, не видно. Такие вещи очень любимые. Это, кстати, ручная роспись. Ну и вообще, это символ, символы они всегда. Вот видите, так это все происходит. Чинно. Без насилия пока что. Пока что. Вот я говорю, недавно вам показывал эти Фюрстенберг розеточки. Конечно, я их купил. 11 штук. 12-я была разбита, но я купил. Вот эта вещь, это, конечно, да. Хотя бы какое-то объяснение. Хотя бы, знаете, какое-то просто на чем-то нужно основываться. Не просто же вот так ходить. И вообще ничего, и ни о чем, да? Да. Вот, поэтому мы хоть что-нибудь покупаем. Так, хорошо, ребята, дальше идем. Интересная штучка. Золочение. Золочение. Ручки. Так, бронза. Ручная обработка. Кстати, розовое дерево на ручках. Это очень мощно. Очень круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, на 6 персон. Столовые ложки, вилки, все есть. Ага, ясно. Ясно, ясно. Was kostet dieser Besteck? 40. Ja. Ist komplett, ne? Mhm. Schön, ne? Ja. Na ja. Na ja. Wenn ich schön wäre, hätte sie nicht gefragt. Das ist... Видите, всяческие фигурки здесь. Ну, это так. Недорого. Старинная ваза, опять же, горячанка, опять же, типично баварские вопросы. Это очень такие вазы, они очень любимые, ребята, очень. Вот эти, Бавария, вообще все четко, с двух сторон. И вообще прекрасная такая, она, знаете, производит хорошее впечатление, ваза. Интересная штучка. Колокольчик, да. 7. Да, прикол. Прикол. Такой хрустальный. Очень даже очень. Да, классно. Яйца, ребята. Универсум.
Статуэточка рококо. Это реплика, конечно, по мотивам 1720 80 года. Такой вот птиц красивый. Ребята, это все дукс, это чешский майсен. Вот это хорошая, кстати, фигурка, между прочим. Was soll es kosten? Okay, tschüss, ciao. Sorry. Hallo, Robert, das macht nichts. Die Chefin hat Kontrolle gemacht. Nee, kein Problem. Keine Beschädigung? Mhm. 30 Euro. Was ist das? Kamera? Ist das Kamera? Michi! Du kannst mich auch erreichen. Okay, Rosa. Вот такая шкатулочка. Смотрим на цветочки. Вы не знали, что вы сюда приедете? У меня еще дома есть две такие. Вот. Очень красивая, кстати, немецкая. Ченройтер. Ветер, 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 да. Это Мариенбад. Это для горчицы, да, такие какие-то симпатичные, да, такие вот. Мармелады. Как это все мило. Как это все мило. Мармелады. А это мед. Нахтман. Розеточки, да? Маленькие. Для чего-то это делали. Промышленность. Такие милые, интересные вещи. И стоят на удивление недорого, ребята. Ой, недорого. Всего по 10 европейских денег. Очень недорого. Такая рождественская, ребята, бонбоньерочка. Смотрите. Симпатично, нарядно. Винтажно. Вот у нас кто здесь? Моцарт, что ли? Да, интересные такие портретики и камейки. Да, господа, видите?
какие интересные здесь. Вот, господа, Розенталь. Вот, господа, Розенталь. По 7. Мокко. Вот это да. Такое мы любим. Тоже нехило. Тридцать девять, видно, тоже Розенталь. И такая ваша антикварная шпрехдром, ребята, очень редкая. Буква «Р» с короной, ну, не знаю, похоже на Рахенбах, но там написано «Шпехбрун». Шпехбрун. Ручная работа. Такая ваза классная. Такое кратье. Гнилая вишня. Старинные фужеры. Вот такие классные. Какой потрясающий тоже. Красивейший. Прикинь вообще, да? Какая марочка. Розенталь, 20-е годы. Ух, 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 ух. Эльзы, да? А это серия, кстати. Угу. Меня поражают вот эти тырины, кстати, которые вообще в природе не встречаются. Смотри. Тырины, конечно. Вообще какие-то просто. Вообще серия потрясная. Эльзы. Ну, это очень старая. Ему лет 120. Эльза. Эльза, да? Угу. Ну, оно видно по всему, что это очень старая вещушка. И какие крышки. Это просто какие-то летающие тарелки, да? Опа. Класс. Сусник, да? Это суповая. Да, вообще, это такой стиль. Ему вообще цены нет. Это очень дорогие вещи. Просто экстраординарные. Розенталь. Они почти каждый год марку меняли. Молодцы. Я просто снимаю шляпу. Просто в восторге. Шик. Тарелки, да? Четыре тарелки. Ну, тырины вообще, слушай. Их можно, знаешь, в космос запускать. Я тоже такой, это Розенталь. Это что-то. Так, буфетик, ребята. Вернее, такой секретарчик, я извиняюсь, 149. Такой вот. Там старенький. Старенький, господа. И такой он не крупный. Нормальный. Классный.